Сегодня в нашей рубрике «Опыты дома» мы научимся, как при помощи лазерной указки можно измерить толщину волоса, а также пронаблюдаем явление интерференции и дифракции. Для первой лабораторной работы понадобится волос, лазерная указка, лист белой бумаги. Расположим установку на расстоянии не менее 1 метра от экрана и посмотрим, что получилось. Итак, мы измерили расстояние между главным и первым максимумом. Оно у нас получилось 1 см. И при том, что расстояние от указки до экрана равно 110 см. Давайте решим простенькую задачку и узнаем толщину волоса. Диаметр волоса будет равен отношению произведения порядка максимума на длине волны и синуса угла φ, который является углом рассеивания, который можно просчитать, поделив расстояние между максимумами на расстояние от указки до стены. Подставив все значения в формулу, получим приблизительно 90 микрометров. И учитывая, что ширина человеческого волоса обычно находится в промежутке от 17 до 180 микрометров, то найденная нами ширина является действительной величиной, причем близко к средней. Теперь давайте перейдем ко второму опыту, в котором мы сможем наблюдать интерференционную картину, а с помощью формулы Юнга измерить длину волны лазерной указки. Для этого эксперимента я использовал обычную расческу, которую закрепил бумажками таким способом, чтобы было видно всего лишь 2 зубчика. И расположил нашу установку таким же способом, как и в прошлом опыте. Измерив отмеченное расстояние, я получил 0,5 см. Дальше давайте рассчитаем длину волны через формулу Юнга. Итак, давайте запишем для начала формулу Юнга в стандартном виде. Дельта x равняется отношению L на D, умноженное на лямбда, где L – расстояние между двумя щелочками, D – расстояние от нашей расчески до листка бумаги, а дельта x – расстояние между двумя максимумами. Итак, длина волны лазера получилась 630 нанометров. В принципе, та же самая информация указана в руководстве по эксплуатации нашей указки.